скажу. Удачи. Бывает, ты бывает. Змея оказалась очень легкой, кстати. Чего? Излечение духов земли. Тебе давали такую нашивку? Красиво. Доставка, да? Ну, она там невкусная пицца, наверное. Илья. Где? За 190 рублей, что там за пицца-то? Ну да, там что-то такое. Там что-то не очень хорошее, по-моему. Ну, вы видите, вы ему кидаете идею, что чтобы он... Вы ему знаете 1000, он за 190 купит. Нет, я так не буду покупать себе. Вот такой вот человек. Нет, такую пиццу я не... Она невкусная за 190 рублей. Не, мы как-то заказывали, есть у нас пицца это социальная, знаешь? Вот, это такое. Социальная? Да, есть такая пицца социальная. Вот. И то она стоит 250 рублей, и там надо две пиццы заказывать, тогда тебе доставка будет. Вот. Ну, блин, она невкусная. Пицца. Мы заказывали. Она невкусная. Там сыр вообще не тянется. Там вот прям самый-самый дешевый сыр. Самый-самый дешевый какая-то колбаса. Ты как хотел за 250 рублей с работой, чтобы там было это, конфетка. Да, да.